Do you know? I want to share. Вы знаете, я хотел с вами чуть-чуть поделиться насчет Давида Мелех и Шломо Амелех. ברשות כבוד הרב, הרב דוד. Если еще у нас одного раба есть, он на улице. ברשות also his name also. Я хотел с вами чуть поделиться насчет Давида Мелех, Шломо Амелех, и что мы от него учимся, очень важная вещь. Вы знаете, я это все здесь написал, чтобы не забыть никаких points. Был один человек, он был внук Шауля Мелех. Он был внук Шауля Мелеха. Его зовут Шимей бен Гера. Шимей бен Гера был человек, который проклинал Давида Мелех публично. Перед всем. Да, не только его проклинал, вторая часть, что мы все не, многие из этого не знаем, он тоже кидает на Давида Мелеха камни. Много людей это часто не знали, что он сакел ото баваним. Когда это все встает, когда Давид Амелех убегает от своего сына Авшалом. Авшалом, его сын хочет его убить. Этот момент Давид Амелех с людьми своими убегает. Он проходит через гор, называется Бахурим. Этот гор находится Шимей бен Гера. Он выходит на улицу перед всеми его, проклинает и камни кидает. За чего он это все сделал? Что вообще, во-первых, он ему сказал? Он сказал, где выходи отсюда, це, иша дамим, иша бельяаль. И выходи отсюда, человек, который он убийца, и человек, который он бельяаль, не знаю на русском, как сказать это слово бельяаль. Человек, который, у него нету богобоязства. Богобоязненность. Нету у него. Это он говорит, когда... Он говорит, почему он его назвал убийца. Шимей бен Гера называл Давида Мелеха убийца. Шимей бен Гера называет Давида Мелеха убийца. Что Давид Мелех особенно сделал, что он его называет убийца? Вы знаете, что Давид Мелех, у него был человек, называется Йоав бен Цурья, генерал его. Да, которого он послал на войну. Но. Не послал войну, но. Это не наше. Это Урия Ахити. Да. Идет на войну. У него был генерал. Главный генерал его был, называется Йоав бен Цурья. Бухарский говорит Цурья. Этот человек убил Авнер бенер. Авнер бенер был генерал Шауля Мелеха. Кто был первый царь? Шауля Мелех. У Шауля Мелеха есть казан, называется Авнер бенер. Это его казан. Авнер яцам амиште цель Давид, керей ламших велегес абурот томхим. Сейчас стало спор между потомством Шауля и потомством Давида. После этого спора получается еще один спор. Сыновей Давида Мелеха, один из них из Авшалом. Авшалом хочет место царства взять себе. И он все делает, чтобы убрать своего папу от царства. Его личный сын называется Авшалом. Старший сын. Авнер выходит, было большой парти. И Авнер выходит от этого парти с Давидом Мелехом, чтобы собрать ему больше людей, чтобы поддерживали Давида Мелеха. Йоав в этот момент выходит за этого Авнер. Авнер бенер был в партии с Давидом Мелехом. Авнер бенер выходит из этой партии, чтобы собрать больше людей на улице, чтобы они присоединились к Давиду Мелеху. В этот момент, когда Авнер бенер на улице один, за него кто выходит? Йоав бен Цурья. Генерал это был. Генерал Давида Мелеха. И он его задом ножом убивает. Йоав бен Цурья убил Авнер бен Нер. Зачем он его убил? Расскажем. Можно?
Он, как он ему начал, он сказал, идем, я с тобой хочу поговорить. Як-то гавдорам. Шмок ты, авайн тарах вырвин. Шаулов, he went over there, and he gave him a very big surprise. Вытаскивал он нож, говорит, и задом его зарезал. Какой ему был причина? Что он сказал? Почему ты убиваешь просто человека? Он говорит, этот Авнер Бенер, он от другого стороны, он шпион. Он сюда пришел, чтобы узнать, что у нас к чему, что к чему у нас происходит, и пойти Авшалому с ним быть, против себя Давида Мелеха. Он хочет себя оправдывать, что он как будто это ради Давида Мелеха сделал, убил его. Но на самом деле это ради чего он сделал? Потому что Авнер Бенер убил Йоава брата. Сейчас он что хотел? Аль де атфах, атфух. Соф метифаих, кетуфу. כאשר השיג אותו ומיד פנים כאילו רוצה לדבר איתו בארבע עיניים, אך לאחר שמשכו אל השער לשם כך, הרגו בחרבו והרגו. המקרא מציין כי יואב הרג את אבנר כנקמה על שהרג את עשאל בן צוריה אחיו. ואבנר בו ברת נזבה את עשאל. יתא את ברת, כתו וביו, אבנר בנר. Whatever the reason is, I don't want to go too long, I have a point to share with you. Это все, работа происходит. И Шимей бен Гера, внук Шауля Мелеха, выходит и говорит, проклинает Давида Мелеха, говорит, ты убийца, и ты не богобоязный человек. Выходи от моего города. В этот момент работает Давид Мелех, имел Йоав бен Цурия около, около него, и Йоав сказал, Давид, я его убью. Для того, что он проклинает цара, это disrespect цару, означает, что он достоин смерти. Я хочу его убить. Шими бен Гера. В этот момент работает, что Давид Амелех говорит ему? Не трожь, это от Бога идет. Не трожь его. Хашем амар ло калел. Пускай лает. Не пускай лает. Что он сказал? Бог это сказал ему. Что проклинает меня. Работая, вы знаете, кто был Шимей бен Гера? Учителем его сына. Учитель Шлома Амелеха. Это не был какой-то демона на улице, который гуляет. Это был учитель самого большого человека в мире. Шлома Амелех, его учитель был. Понимаем, кто этот человек был? Его рабай был Шлома Амелеха, рабай Шимей бен Гера. Шимей бен Гера это тот человек, который приходит в его пал Давида Мелеха проклинает. Почему он его проклинает? Потому что он убил своего брата. Это не брат его, это Авнер Бенер. Авнер Бенер был родственник его. Авнер Бенер был казан Шауль. И Шимей бен Гера это внук Шауля. Первый царь Шауля. Ты Шаулов, но? Да. Я тот царь тоже. Первый царь наш, он Шауль Амелех был. Его внук Шимей бен Гера. Его казен Авнер Бенер. Кто убивает Авнер Бенер? Йоав бен Цурия. Из-за чего? Потому что Авнер убил брата Йоав бен Цурия. Выходит Давид Амелех и говорит, Шимей бен Гера ему говорит, ты убийца. Это все из-за тебя произошло. Работая в этот момент, Давид Амелех мог бы его очень легко убить. И был прав. Но в этот момент, что Давид Амелех говорит? Все от Бога. Не трогай его. Это Бог ему сказал меня проклинать. Работая вот эту концепцию, если мы возьмем от Ошана Раба, вы знаете, какие мы радостные люди будем. Я вас прошу вопрос. Мы начали Элуль был. 30 дней проходили слихот, молили шахари, минха, арвин. Сделали все, как надо. Тора учились, проходили чува делали. Рош ха-Шана прошло, шофар послушали, сефар Тора прочитали, цедака давали, птихат эйхат парнаса покупали.
10 дней чува прошло, Кипур прошло. Сейчас Барух Хашем работаем, уже последний день Суккот сидим. Сколько мы мицвот сделали, работа? Вопрос к вам, к нам. Какой смысл всех этих мицвот? Приблизиться к Богу. Приблизиться к Богу. Означает, что если мы сделали мицвот и не приблизились к Богу, мы в ту цель направляем или неправильно цель мы идем? Неправильно цель. А как я знаю, если я приблизился к Богу или нет? What's the thermometer? Чтобы человек был, знал, если у него температура есть или нет, сегодня есть такой пистолет, ставят, да? Чик, проверяют. Да, да. Температура. Температура проверяют. Что надо поставить у человека, узнать, у тебя есть, ты ближе к Богу или нет? Что будет? What's the indicator? Проверить, если он в радости. А? Если он в радости все это делает, значит он близок к Богу. Если он радостно это делает, но он в другие ситуации в жизни он не радостный. Он имеет, он говорит, эмуна надо иметь в жизни. Вера. Как я знаю, что у меня вера есть? Так я обзываю, проклинаю, молчишь. Even if bad stuff happens to you, you still serve him, like we say in Shema Yisrael, the Chalev of Ha. Это означает, что у тебя есть эмуна? Если ты продолжаешь Богу служить, когда на тебя наезжают? Это означает, что у тебя есть эмуна? Давайте послушаем, что говорит нам Тора. Ховат Алевот нам говорит. Если ты хочешь знать, что у тебя есть эмуна, эмуна это связь с Богом. Если Бог около тебя, означает, что у тебя никогда плохого нету. Шаулу в момент, который человек почувствовал у него в сердце, что у него что-то недостаточно есть, у него что-то недостаточно, какие-то нехорошие, что-то нехорошо у него в жизни, означает, что он не около Бога. Нет. Потому, не около Бога. Потому что Бог, он корень, сосуд, не сосуд, а корень, как он шовыш? From the root. Корень, другой еще один вопрос. Сосуд. Не сосуд, это весело. Суть. Начало. Суть. Хаймо. Хаймо фига. Суть вся от добро. In the whole world. Кто? Хашем. Бог. Если Бог, Хашем, он суть, root of all good in the world. Это дверь закрыть тоже, на ноги дуй. По чем лезет? Нехила. Спасибо. Если Бог это корень вся добро в жизни. И у человека, например, он сейчас чувствует, что его жена не такая хорошая. Он мог бы по-другому свою жизнь жить. Он мог бы по-другому своему дом купить. Он мог по-другому что-то с братом поговорить. Он не в ту семью родился, не в тот, не тех братьев попал, не тех сестер попал. О чему я думал, чему лучше у меня будет, чем это сейчас есть? Чем-то недоволен. Да? Если человек чем-то недоволен, Бог с ним или Бог не с ним? Бог не с ним. Бог всегда с ним, просто он не с Богом. Да. I have news for you. Бог тоже не с ним. Не только он не с ним, а Бог тоже не с ним. Только Бог от него умирает. Но это неправильно. Это неправильно. Он его мучает. Есть два системы в жизни, что Бог runs the world according. Одна называется Тева, вторая называется Маала Тева. Тева это хому Тева? Природа. Маала Нечо. Природа, есть природа, и второй вариант это выше природы. Чудо. Выше природы это когда связан с Богом. Потому что контроль природы это Бог. Если связан с Богом, ты выше, чем природа. Поэтому Сарай Мин имеет возможность 90 лет рожать. А природа это непонятно. Но когда ты связан с Богом, ты выше природы. Значит, если человек, он начинает у него, как сказали это слово? Не обижен, а другое слово сказал. Недоволен. Недоволен.
В чем-то у него нет удовольствия в жизни. У него в этот момент Бог с ним или нет? Нет, конечно. Доказать, докажите это. Докажите, что Бог не с ним. Бог всегда с ним. Всегда он с ним. Я вам говорю, Бог не с ним. Вы говорите, если с ним? Бог это что? Воздух это тоже от Бога. No. Listen. Obviously, that nature is also part of Hashem. It's obvious. But how Hashem runs the world with him right now? Above nature or according to nature? According to nature. Maybe in Russian I don't explain myself well. According to nature. Whenever a person is upset about something, disappointed. Not happy. And that moment, Hashem is with him or no? No. Hashem is not with him. How do we know? He's testing because him. If Hashem would be not testing him, if Hashem would be with him, Hashem is the source of all good. So if you have something that is not good, it means Hashem is not there for you. So there's bad. Green does not mean. The moment that you feel there is something bad in your life, and that bad, Hashem is not there. Because if Hashem would be there, there would not be bad. So what's the indicator if God is with you or not? What's the thermometer? If you're happy. If you're happy or not. If you don't have anything to complain about, you have nothing bad, everything is good. Because if everything is good, Hashem is with you. Hashem is the source of good. So if you say, I have everything good in my life, who is with you? The source of good. Who is the source of good? Hashem. But the moment you say, I have one thing that is not good, I want everything good, but my mother-in-law, I would have a better life. Johnny Halfesh, if you said that this one thing you don't have good, you know what it means? That in that one thing, Hashem is not with you for you. Now, when a person feels about complaining, Abotai. Abotai, it's not only about Hashem. Soon we're going to speak about so many things that we are so distant from the truth. So distant, including the speaker. How about continue in English? You good? Okay, I'll speak in English. Sometimes you know, when somebody says like this, I send to them after. About that, if there is something that you are complaining about life, that you said it's not good, the fact that you complain, it shows that you have гава. У тебя есть гордость. Почему? Почему человек жалуется? Когда он чувствует, что он удостоен большего. Когда человек, у него есть гаава. Гмара что нам пишет? Person that has гаава, дохек рагли ашехина. He says, get out of here, Hashem. I am here. Когда у человека есть гордость, он Бога отталкивает. Как я знаю, что у меня есть гордость или нет? Откуда я знаю? What's the indicator for гордость? What's the indicator for гордость? Why? What гава? How do I know if I have гава? If I feel that I'm entitled for something. Very good. Момент, когда я чувствую, I'm entitled for something, я удостоен. Но кто-то тебе должен. Пример, я вам сейчас вопрос спрошу. Вы у кого-то сейчас ночеваете? Сукот будет это, куда-то приехали, в Израиль, скажи, в Вену, скажи, куда-то in the world. Какой-то твой казан тебя встретил. Он тебе за место красивый, ош, поло, стол, это все, он тебе дает cereal and milk. Ты это кушаешь, ты ему будешь жаловаться, почему cereal and milk? Никогда не будешь жаловаться. Ты будешь жаловаться, почему cereal and milk? Нет. Если ты бесплатно себе списываешь у него, кушаешь у него, ты будешь жаловаться, что ты мне cereal and milk дал? Никогда бы не делал. Ты бы что сказал, спасибо. Но когда ты пришел домой вечером, вместо горяченьки, ош подол, тебе жена сказала, я извиняюсь, я не успела сварить. И ты cereal and milk покушай. В этот момент что встает с тобой? В этот момент что встает с тобой? Я cereal and milk. Я мицета хама, цета шане шама, я работаю. Я удостоен cereal and milk. Можешь залить. А вот так, где нам получается, что наша гордость появляется? Когда мы чувствуем, что я удостоен.
Момент, когда ты чувствуешь, что ты удостоен, в этот момент знай, что у тебя гордость есть в сердце. Если у тебя гордость есть в сердце, ты отталкиваешь Бога от тебя. И когда ты отталкиваешь Бога от тебя, все плохие негативные ситуации попса. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вдруг это попал, вдруг кто потерял, вдруг это заболел, вдруг кто-то стало. Почему ты все проблемы, рабай? Я в конце прохожу, молюсь, я люля вот так делал, рабай. Джонни Аминула в проблеме. Получается, что наша гордость, работай, отталкивает нашего добро в жизни. Если мы хотим все вот заключить, all the mitzvot we did from the beginning of Elul till the end of Hoshana Rabba, and Shmini Atzeret included. Какой смысл все наши мицвот работаем? В какой point наш направить? Пасук пишет, кол мицвотеха эмуна. All the mitzvot that we did, тфилин будьте делать, талит будьте делать, биркот ашах, все разговоры. Ради чего это все? Куда он должен тебя довести? Что ты веришь Богу. Что ты веришь в Бога, что он существует? Не только что ты, он что существует. А он тот, который твой любимый папа, который для тебя всегда добро сделает и никогда тебе плохого не сделает. Только доверяешься. Ты должен это всегда понимать, что Бог, если мне такой ситуацию сделал, Бог меня спас от худшей ситуации. Работа была сегодня, вот сегодня я со столом сидел у кого-то дома. И его жена говорит, рабай, я этому человеку, каким-то человеком, не разговариваю. Почему? Этот человек меня 3 месяца на какой-то real estate business крутит, всякие информации звонит, тут спрашивает, я 3 месяца день и ночь ему отдала. В конце концов, когда надо было этот дом продать за real estate, я должен это делать, он звонит другому брокеру, я извиняюсь, тебе это не дам. Но ты знаешь, как я взорвалась в этот момент? Он мой сосед около меня проходит, я ему шалом в лицо не могу смотреть. Я 3 месяца тебе мою жизнь отдала, день и ночь с тобой, я с тобой родилась, всякие проблемы, легальные проблемы были, все, говоря, все мои связи собрала, чтобы помочь. Когда приходит, чтобы он мне на работу дал, что это для этого дома. Он что делает? Другому брокеру продает. Как я могу верить, что все от Бога, это Барух Ашем Гоямчи? 3 места мое жрение он схавал. Что это правильно? Правильно или нет? Я что сказал, вы знаете? Он не прав. Но если мы верим в Бога, работа, если мы люля будем шатать, 7 раз будем крутиться, все будут, Ашем, пожалуйста, хороший Бог, хороший год. Ана Ашем Ошиана, Ана Ашем Ацлихана. Мы завтра, через 4 часа, сколько раз мы будем крутиться, это просить у Бога. Работа, если я, как ты знаешь, что ты веришь Богу? Что у тебя кипа на голову и мезуза в дверь? Как мы знаем, что ты веришь Богу? Я ей сказал, если ты сейчас, Бог тебе дал бы ситуацию перед тобой, 3 месяца ты должна была спать около твоего ребенка в hospital. Он какой-то в аварию бы попал. Надо было ему какой-то procedure. 3 месяца, день и ночь будешь там спать. Или это дебона, твои мозги будут крутить 3 месяца, потом деньги к другому брокеру дать. Что ты бы выбрала? Сидеть около ребенка. Нет. Под аварию твой ребенок попадет, он там будет там спать 3 месяца в hospital. Вы пропустили, я тоже пропустили. Еще раз скажи ему. Шнай Микара Хатарум, скажи. Sometimes the bad that happens to you is good for you. But how can you prove that, Rabbi? Johnny Khalvish, not sometimes. Not sometimes. All the time. Утром ты берешь 2 цицит, Барух Шама начинаешь. Барух Шамар Вая, Олям Барух, Барух Умер, Барух Поде Умацин. Что это слово Барух Поде Умацин? Что это означает? А? Что это поде на иврите слово? Барух, ты говоришь браха Богу. Барух, поде, умацин. Что это слово поде? Скажи на русском, я не знаю, как это русском. Redeemer. Redeemer. Выкупляй. Whatever you say, I said to, I don't know. Поде, это как ликнот это бахаза, поде это мишеви. Что это поде? Ты должен был
заплатить такую сумму, и я за тебя, замешал, что ты сейчас да, это, платил $100 за твой дейт, я тебе даю сент на доллар. What is he doing? He's redeeming you for much cheaper. Означает, что Бог, утром что ты говоришь? Браха, имя Бога говоришь. Барух поде, умаци. Бог, ты меня redeeming me from a worse problem? And you are saving me. Мацин, на верите это? When it comes from another man. Изъял? Okay. Rabbi, what is redeem? Изъял? Выкупил. I know you know Russian well. I don't know Russian. Как? Выкупляющий. Выкупляющий, я освобождаю. Значит, работаем утром, говорим это браха. Бог как с нами ведет себя, вы знаете? Бог наши ошибки, которые мы должны за них очень много платить, он выкупляет за очень маленькую проблему. Если я вас спрошу вопрос, как вас зовут? Моше. Моше Дион, Лошку нет. Если я вас вопрос спрошу, это женщина, этот человек плохое для нее сделал или добро для нее сделал? Добро. Если это, если не дай Бог, ее сын, Шаббат бы упал, и она бы позвала отца, а этот сын должен был умереть. И этот отца, драйвер, его спас. Как бы она завтра, вот в Шаббат, увидела бы этого драйвера на улице, ее, как она бы сказала шалом ему? Ten times сказал бы спасибо. God bless you. You're the best person in the world. You saved my child's life. Если мы верим в Бога, знаем, что это человек, который ее крутил, мозги крутил 3 месяца, день и ночь, спас ее, в госпитал не спать около кровати своего сына. Этот человек ей плохое сделал или добро сделал? Добро, конечно, он сделал. Над как ты должен на него, она должна на него смотреть? Как на хорошего человека. Я ей сказал, вся цель нашей Торы, вся цель заключается в ваше этот, including your mezuzah, your mikveh, your head cover, your Shabbat candles, your birkat hamazon, your sukkot, your everything you did. Is in the moment вот эта ситуация проходит в жизни. Ты веришь, что я, Бог, этого сделал, как Давид Амелех сказал? Что Давид Амелех сказал? Не трогай его. Да. Бог ему сказал меня покинуть. Сам раз. Да. Работаем, мы понимаем, что это не только не разговаривать, молчать, когда на нас наезжают, не только этого. А в сердце мы даже не чувствуем боль. Почему? Потому что человек, который на меня наезжал, он мне добро сделал. Иногда не получается. Он для меня добро сделал. Если я бы сейчас упал бы, я тоже был бы ashamed перед всем упасть, пришел бы Ацала, меня бы спас. Я этого Ацала бы ноги целовал. Спасибо большое, что меня спас. А когда этот человек на меня около всех наезжает, я что, в сердце чувствую? Боль. Работай, значит, наши люля, в котором мы видели, чтобы был ровный, чтобы не был сплит, чтобы шлатрок такой был, чтобы она с такого бы Джон, йо, доброма! А ты этот люля хороший взял. Ради чего это все? Вот закончил сукот, будешь тфилин одевать. Теолит одевать. Я ей сказал, если ты не веришь, что этот человек тебя спас, возьми сегодня, возьми все мезузо дома в мусорнике. Чему рабай так говорите? Я говорю, какой толк это мезузо? Все цель твоей Тора, мицвот, ради чего? Ради вот этот момент, который этот человек тебе будет плохого делать, и ты будешь верить, что он мне плохого не сделал. А кто мне плохого сделал? Бог. И Бог мне плохого не сделал. Бог меня редимер. Как сказать на русском? Спас меня. Я ей сказал, сегодня, если веришь Богу, сегодня закончится Шаббат, ты позвонишь и скажешь ему, ты мой сейвер. Спаситель. Когда он пройдет, твой сосед, он пройдет около твоего дома,
Ты будешь на него смотреть не как враг, который 3 месяца твою жизнь украл. А как a Tesla driver that saved your child's life 3 months in the hospital and procedures he saved you right now 3 months to be dealt with the devil not that guy. So not enough to say I forgive you. You have to say you may save her. You may save her. Baruch Podeu Matzil. This guy was just a messenger of Hashem to Pode me for my avirot. Rabotai, если так мы будем жизнь жить, сколько шалом был бы в мире Ам Исраэль? И сколько работай, сколько добро было бы вам, Израиль. Потому что мы никогда боль друг другу не было у нас никакая боль. Почему у нас боль есть? Когда я смотрю, что этот человек меня обидел. Но когда мы будем правильные глаза смотреть, как Давид Амелех смотрел на жизнь, что Шими бен Гера его проклинает и камень на него кидает. И не знаю ни за что. И что Давид Амелех говорит? От Бога, это от Бога ради... Мне добро сделать, моего меня спасти, от, не дай Бог, от аварии, не дай Бог, от каких-то проблем, не дай Бог, какой инфаркт, иби, знаешь, что у него нашли, а? Рак, бечора, рак. Йони Хальфейш, вдруг это приходит? Значит, чтобы за месяц у тебя рак попал, что Бог сказал? Давай этому соседу тебе тысячу девона тебе будет делать. За месяц, чтобы тебе доктор девона сделал, это сосед тебе сделает. Зато твоя печень на место, сердце на место, легкие будут работать, мозги на место. Все будет хорошо. Только мне. Но если человек план А испытания нарушает, не выполняет это испытание, he doesn't pass the test, Hashem sends him plan B. And plan B is always more expensive and more harder than plan A. Работай, любую ситуацию, мы сейчас выходим, а то шана раба. Какой смысл, что мы сидим вот так, глаза у нас закрываются, еле-еле сидим. Какой смысл этого всего? Что когда мы вышли от Шмини Ацеры, мы взяли самую главную вещь в жизни. Что нету никакого человека, который мне плохого сделал. Эн адам нокеф эцба милемата, а че махризим адам милемата. Твой палец от стола, говорит Тора нам. Не ударится, если Бог об этом не решил, что твой палец ударился. А? Именно гой. Всегда мы должны смотреть, что все люди в этом мире посланника Бога ради нашего добра. Если так будем жить, работаем, у нас никакой обиды не будет на mother-in-law, ни на брат, который вам что-то мне сказал, или кто-то мне не помог, или что-то мне не дал, или что-то у меня украл. У нас никогда не будет обиды никакого казана, никакого соседа. Потому что все вот эти люди, которые они были наши враги до сегодняшнего дня, мы поняли, что мы неправильно на нашу жизнь смотрим. Эти люди, оказывается, не наши враги, а они наши друзья. Спасителя. Они наши спасители. Спасители, они нас спасают. Если так будем жить, работай, мы будем всегда добро друг друга делать. Потому что мы видим, что эти люди нам только добро сделали. Когда кто тебе добро сделал, ты хочешь вернуть добро. Если ты поймешь, что это негативная ситуация, он тебе добро делал, потому что он посланника Бога, который Бог тебя спасил, Бодеу Матиль, тебя он освободил от какую-то проблему. Если так будешь смотреть, ты никогда не будешь обижен, и всегда будет шалом между.